Кстати, о писателе. Серебряная книга на гербе области символизирует традиции литературные и традиции в образовании. Вот и Орловский госуниверситет как раз имени Тургенева. Студентов здесь 18 тысяч из 64 стран. И они не просто получают образование. Для ребят с мозгами есть весьма интересные проекты. Андрей нам показывает комнату, где количество изобретений ученых и студентов на квадратный метр зашкаливает. Это разработки в области биофотоники. Говоря простым языком, изучают то, как свет влияет на кожу, слизистые оболочки, бактерии и другую органику. Каждая вот красная точечка – это эритроцит. То есть все это где-то порядка 10-20 микрометров. Чем это отличается просто от микроскопа с мощным источником света? Тем, что мы можем регистрировать с таким вот разрешением и далее стабилизировать видео. Иными словами, палец колоть не нужно, равно как и делать биопсию других органов. Ранняя диагностика с помощью света. И эти изобретения уже вышли за пределы лаборатории. В Орловской больнице за год провели 300 исследований. Нам требовалось вернуть доверие к образованию, которое было утрачено за определенный период времени, что мы здесь, на территории Орловской области, в Орловском университете, можем ставить самые немыслимые задачи, научные проблемы и решать их.